здесь привели его ко мне, знакомый мне. Ну, блин, супер вот это. Ну, свой человек. Вот, ну, просто ну, супер на, свой. На получасок первый. Значит, ребята, теперь я вам читал. Ну вот, если Миша меня нахуй не пошлёт, я ещё почитаю. Нет, не так, Миша. Я же... Я же рассказывал это. Там я в жизни никогда не ругаюсь Маша. Никогда. Вот я когда читал Семёна, я не мог сказать. Дело было так. Выступал еще человек. Еще Шал выступал. Вадим и Валера Мещуки выступали. Состав подобрался. Да. Галя Комчик выступала. На Пентагоне. А Миша вел. И каждому, ну, смотрите, две песни, по два круга. Губернатор выступал последний из них. И он сочинил. И Миша ему говорил, у нас будет второй актив. Он говорит, Михаил Львович, насколько я помню, вы меня послали на группу. 2000 человек. Все замерли, а потом такой хохот был. Мишка подождал второй круг и ответил его потрясающим стихотворением. Ну, без мата. Ну, на ходу. Но, да, на ходу, прямо. И все ему встали и аплодировали. Я уже не помню, чего я вот сказал. Я помню. Он не так. Знаете, это портрет. Да, так что, так, подсказал, погоди. Мишка, подожди. Да. Был вечер, ты смотришь его другу. То есть он его друг, наш очень хороший знакомый, они должны сейчас поговорить. Он хорошо пишет. Я его эпиграмму читал на А Мишка Виола, он ведет Аркамада потрясающе. Ты, он потрясающе ведет. И тот бы хоть сказал ему в ответном слове спасибо. Когда я встал и рассказал о том, что было. Причем человек 30-40 сидят его родные и 30-40 интеллигенты. Его родные сжали. Интеллигенты, которые знали, что это произошло, они заржали. А Нудельман, он очень такой, знаешь, он хороший парень, но он такой советский. Есть такой Он хорошо пишет. Он хорошо пишет. Читаю вам Александра Сергеевича Пушкина письма на встречу Пушкина в одном лице, посвященном моему бывшему мужу. Или мы сейчас начнем? Хочу, чтобы мы пошли куда-то хотели. Вот я же. Да. Полупоэт, полупрозаик, полунормальный, полупсих. Я полупризнаю, полу великим на Руси. Так что Губерман поправил? А, Губерман поправил одно слово в следующем инструкции. Банальные слова, срифмованы банально. Все так же, как вчера, на солнце цвет. Жизнь словно серый волк видел себя нахально. Хватило б только сил, когда их больше нет. А где-то далеко, куда мне не добраться, трубач играет вальс,
наперекор судьбе, и сердце от любви губермановское слово готово разорваться, и кажется, что я та женщина в окне. Играй, трубач, играй, любовь тебе награда. Безумный мир спасай мелодией простой. А может ничего нам больше и не надо, лишь слушать и любить, да быть в ладу с собой. Но вновь над головой проклятый ворон кружит, непостижим, как жизнь, неотвратим, как смерть, и впору закрепить спаситель нашей души. Но лишь седой трубач все выдувает медь. Скажите, почему мы музыки не слышим? Скажите, почему к любви всегда спиной? Неистовый трубач все дальше он.